Всем привет, с вами Наташа. Сегодня мы закатываем яблочный сок. Вот у нас он кипит уже в кастрюле. Сахар ничего мы не добавляем. У нас сорта зимние, сладкие. Вот там вот стерилизуется банка трехлитровая. И у меня этим делом занимается муж. Не доверяет он мне кипяток, боится, что меня ошпарит. Поэтому вот баночку он через ситечко процеживает, чтобы вот эта пена, которая там сверху, в банку не попадала. И вот такой вот чистенький сок у нас получается. Вот уже столько он закатал. Закатываем мы во времянке. Здесь у нас ремонт. И вот такие баночки красивые. Сок, он ездил для нас специально, выдавливали. У них там специальный аппарат приспособленный. Снять они не дали. Как они это делают, секрет фирмы. Берут за это денежку. Мы вот завезли яблочки. Сейчас покажу, какие у нас яблоки. Вот такие у нас яблочки. Это мы на зиму оставили. Вот. А это уже вот бидон сока. Вот они выдавили. Сейчас. Вот такой вот он. Прозрачный, с пенкой. Только что привезли. Все. Муж на зиму закатывает, у нас будет свой сок. А это поставим в погреб. Все, всем пока. Закатывайте тоже сок, витаминчики на зиму. До свидания.